маючись вам представити, що до нашої студії сьогодні завітала директор театральної трупи з міста Браги Португалії Руї Мадейра та перекладач Лариса Семенова. Доброго ранку вам всім. Ну і перше, хочеться запитати, от ви приїхали вчора, наскільки я знаю, перші враження від міста. Як зустріло вас місто, як зустрічають? Ontem você chegou à cidade de Mykolaiv e as primeiras impressões de Mykolaiv e como encontraram? Bom dia. Доброго дня. É um prazer estar em Mykolaiv. Для меня это большое удовольствие быть в Николаеве. Esta é a segunda vez que a companhia está na Мы cidade. уже второй раз в этом городе. Estivemos o ano passado no outro teatro. Мы были в прошлом году, но в другом театре. Mas, выступали. Na verdade, este ano é a primeira vez que observamos a cidade. И действительно, это первый раз, когда мы действительно познакомились с городом, посмотрели город, была у нас хорошая E экскурсия. Que tivemos a oportunidade de fazer um pequeno tour. Мы проехали по городу, прошли пешком. Bem, com um bom cicerone das pessoas que estão a acompanhar-nos no festival. И у нас были очень хорошие чичероны, проводили нас, показали, нам рассказали интересные вещи. Isso deu para nós observarmos uma parte interessante da cidade, da sua história, do cruzamento dos rios. Мы узнали, что здесь у вас слияние двух рек, нам очень это понравилось. A importância. Вот, и много интересные очень факты из жизни города. A importância da cidade relativamente à construção naval, aos estaleiros. Да, что нас тоже впечатлило, поскольку мы тоже морская держава, это вот строительство верфей, вот история Quase, строительства quase que нос cruzávamos com o presidente. Почти мы пересеклись с президентом. Он уехал, а мы приехали. E de facto, sentimos uma cidade jovem, com uma avenida fantástica para as pessoas passearem. Да, и город нам показался очень молодым, потому что по этой вот улице пешеходной мы прошлись, нам очень понравилась она. Com uma política de restauro dos edifícios Впечатлила нас также политика реставрации старых домов, о которой нам рассказали, о законах принятых, о сохранении исторического облика города. Valorizando toda a parte económica e, ao mesmo tempo, a parte da valorização do património. Так сказать, не давать уступок экономическому экономическому превосходству вот этой вот главной улицы, оставлять архитектурный облик, Tivemos a oportunidade de ver um belíssimo espetáculo da companhia do teatro. E к вечерам самое такое приятное еще у нас было впечатление это от спектакля. Мы смотрели спектакль. И бебемos os vodkas. Ну и после этого у нас была такая дружеская встреча с актерами театра, с водкой. Ну, тобто цікаво пройшов вечір, так? Ну, вже друге, ви приїхали до Миколаєва, я так розумію, на фестиваль. Що привезли в минулому році і що привезли сьогодні, от яку весна, і чому саме її? Segunda vez que está aqui e trouxeram uma peça, por que escolheram este tipo de peça e de que se trata? Essa é uma explicação que seria teria uma longa resposta, não é? Muito longa. Que o tempo da televisão nunca resolve. И я думаю, что телевизионного времени не хватит полностью объяснить. A companhia é uma companhia com 38 anos. Наш театр существует уже 38 лет. É uma companhia de repertório que tem sempre muitos espetáculos disponíveis. Это репертуарный театр. У нас очень много спектаклей. E nós trouxemos este ano este espetáculo porque se calhar, certamente, ele sai um pouco fora de outra linha de espetáculos que nós normalmente trazemos aos festivais. Este espetáculo несколько отличается от того репертуара, который той линии тематической, которой мы следуем.
É um texto clássico de um autor português. Это классический текст, классика португальской литературы XIX века. И, embora seja uma espécie de tragédia, и он написан как трагедия, это еще такое литературное направление, сентиментализм. Nós trabalhamos este texto de um ponto de vista de comédia. А мы, значит, в этом тексте с точки нашей современной точки зрения показали ее как комедию. И numa perspectiva de autocrítica sobre o país. И сделали такую самокритику вот нашей страны. Показали своё бачення, да. Nós somos um país muito antigo, talvez o país mais antigo da Europa. Мы старая страна, древняя, может быть, самая древняя в Европе. И há uma tradição literária de importante que passa por haver uma capacidade de criticarmos alguma tipologia do português, do ser português. E a literatura tradição nós тоже очень древняя и очень большой так сказать аспект в этой традиции это самокритика. E não há nada melhor do que nós saber conseguirmos rirmos-nos de nós próprios. И мы смеемся над собою. Мы очень часто смеемся вообще над собой. Слушайте, ну расскажите трошки взагалі про виставу. Що, яка ідея є, хто герої, і в чому, можливо, її трошки переробили? Можна? Se pode contar um pouco sobre o espetáculo, qual é a ideia e como transferiram tragédia para comédia? A ideia primeira é que a companhia nos últimos 4 anos trabalhou sobre um tema. A ideia была в том, что последние 4 года у нас тематика, мы следуем одной тематике. Liberdade e solidão. А значит, свобода и одиночество. Onde falamos da qualidade das democracias. И здесь на нашей идее мы говорим о качестве демократии. Este espetáculo fala, apesar da nossa brincadeira sobre ele, fala da situação, da posição da mulher na sociedade. E в этой пьесе речь идет, хотя мы это сделали комедии, о положении женщины в обществе. A história é uma história comum em Portugal. Да, обычная история для того времени в Португалии. Que é de alguém, de um homem que tem necessidade de emigrar para tentar vencer na vida. Главный герой тоже типичный образ португальца, который уезжает в Бразилию, чтобы сделать там карьеру, разбогатеть. И que nessa pressa de emigrar deixou uma mulher com quem não casou e uma pequena filha. И он, значит, бежал из страны, оставив жену и ребенка маленького, но не по своей вине, бежал. 20 лет спустя regressa. 20 лет спустя он возвращается. И encontra o drama. И здесь он встречается с трагедией дочери, которую украли, украл один такой мошенник. O espetáculo é também ele muito musical. Tem muita música, tem a ver também com uma tradição musical portuguesa, que é o fado. E мы включили традиционную португальскую музыку, это типа городского романса, фаду называется. От слова фатум, судьба. E toda essa escolha musical acompanha, digamos, o tema. E вот этот наш выбор музыкальный сопровождает всю пьесу.
Слухайте, ну дуже цікаво. Я думаю, і глядачам буде цікаво подивитися таке от суто от португальські, да, традиції, от португальська вистава. І от запросіть, наскільки я знаю, сьогодні будуть показувати, можливо, ще десь залишились квиточки. Ну от чим ця вистава от на, ну, повністю вразить глядача? От такий, така точка от. Елашик, я seria muito interessante para o espectador ucraniano, porque se trata de tradições do país longínquo, e ela pergunta se há mais entradas, eles vão, mas também pergunta como esse espetáculo pode impressionar o espectador. Eu não sei como é que o espetáculo pode impressionar o espectador. Como os atores? Eu não sei. Nós somos países distantes, mas somos países também próximos, não é? Мы далёкая от вас страна, но в то же время мы ближе к вам. Portugal tem uma comunidade muito forte de ucranianos. Дело в том, что в Португалии сейчас очень большая украинская диаспора. Que são muito importantes на construção de Portugal. Очень, очень важно. Большой вклад они вносят в экономику Португалии. Por outro lado, é fácil reconhecer que a Ucrânia tem uma cultura, tem uma prática cultural, de hábitos culturais muito forte. Но я должен признать, что в Украине культурные традиции театральные очень сильные. Сильнее, чем в Португалии. Isso é muito importante para o acolhimento de um espetáculo. И это очень важно, потому что украинский зритель принимает очень хорошо, очень, мы очень благодарный зритель. Talvez a surpresa esteja na possibilidade de apresentarmos um espetáculo feito por portugueses e que necessariamente é diferente. E, может быть, для украинского зрителя будет уже сюрпризом и вызывать удивление, что само представление это всё-таки Португалия, совсем другая страна. Depois, no final, o público dirá. После окончания спектакля мы увидим, как публика принимает. Ну, я сподіваюся, що, я думаю, точно буде просто вражена публіка цією виставою. Бажаю вам успіху сьогодні і, можливо, ще побачити Миколаїв, можливо, якісь інші місця дізнатися. Дякую вам за те, що завітали до нас. А я нагадую, що у нас сьогодні були Руї Мадейра, директор театральної трупи з міста Брага, Португалії, і Лариса, перекладач. Дякую вам за те, що завітали, розказали.